бабушка со своим внуком. А внук был дровосеком. Однажды он пошел рубить дрова, чтобы за них получить деньги. Но он уронил свой топор в реку. И тут пришел водяной, хозяин реки. Говорит: почему ты расстроенный? А мальчик говорит: я уродил свой топор в реку. Теперь мне нечего будет рубить. А водяной говорит: не волнуйся, я сейчас найду твой топор. Он рынул на глубину и ищет. Он выплывает и говорит: это твой топор такой золотой, красивый. А мальчик говорит: нет, это тебе, мой обычный, деревянный. Заплывает и достает: это твой такой красивый серебряный топор. А мальчик говорит: нет, это не мой, мой обычный серый. Потом достает еще третий топор. Это твой такой обычный железный, деревянный. А мальчик обрадовался и сказал: да, это мой. А водяной говорит: за твою честность я дарю тебе все три топора. Вот и сказки конец, а кто слушал, молодец.